Да. Как-то мы долго спускаемся. Наверное. Какого? Опять этот дом, действительно. Так. Так, так, так. А у нас тут... Ага, фрагмент. А у нас тут это закрыто. Ну, может, и остальные двери тоже закрыты. Но я не знаю. Здесь у нас явно ничего нету. Да. Вот здесь все закрыто. Ладно. Опять это комната. Тут ничего нет. А тут? Блин, дайте отдохнуть после этой твари, блин. Вы еще, блин, и манекенов мне тут суете. Иди нафиг. Походу, он еще тем был. Шелуном. С манекенами-то развлекался, да? Или что, нафига ему тут манекен? Так, там вроде ничего. Ну ладно, погнали. Ну, радует то, что я обернуться могу. Что за звуки, блин? А, доктор же пошел сюда, вот. Следовательно, мы здесь. Really? Because it looks like you're making another monster to me. I don't have time for this, detective. Neither do I. Вот так-то. Leslie has been here before and made it back. He survived being linked to Ruvik. The only patient ever, as far as I know. Wonderful. What does that have to do with any of this? He's our way out, detective. Our only way back. Эх. That's... No. It's working. Все сработало, че ты говоришь? Нет. Хрен вам там. Leslie, are you all right? It should have. Why didn't it? Ёп. Это и есть та тварь. Хрен там. Блин, я думаю, эпизод пройден сейчас будет. Так, походу нам придется столкнуться с этим монстром. Так, ладно, переходим на бег. Шик, блеск. Шик, блеск. Так. Пропал доктор, глава администрации. Ну, все ясно. Походу тут... Все происходит как-то в реальном времени, в ходе внутреннего исследования. Як выявлено исчезновение нескольких пациентов, глава администрации больницы утверждает, что это просто ошибка. Так, ключи у нас один. А там у нас, в принципе, есть что забрать. Насколько я знаю, там что-то можно, да. Хм, зря закупал. Голимый шприц, который даже не влазит. Хотя давайте используем, чтобы уж
Полная здоровушка-то была. И заберем. Забрал, нет? Да, забрал. Так, все. Больше ничего нету. Жалко, ладно. Дверь открыта, удивительно, блин. Так. А, 16 тысяч. Значит, оружие у нас... А, 28 требует. 17. Ну, тут можно, в принципе, запасы, болты, запасы можно качнуть. Так вот, что? На винтовку. На шприцы нет тоже. Спички, гранаты можно качнуть. 1000. 1000 всего стоит. Да ладно, конечно, качаем тогда. 3000, офигеть. А, ну 5 штук, это не так-то много. Так, а дробовичок у нас. Перезарядки, снайперская. Скорострельность. Емкость. Жалко, правда, тратить. Ну, давайте, знаете, что? Дробовичок мы, снайперскую мы качнем в плане, наверное, время именно перезарядки или передергивание затвора, вот это непонятно. Ведь это разные вещи. Множитель урона. Можно, конечно, поднакопить. А, вот это, наверное, скорострельность. Вот скорострельность, а время перезарядки это здесь. Я думаю, скорострельность тут качнуть. Да, классно. Скорострел качнули прям. Прям до хрена на целых 0,60 секунд. Ошибись. Так, а вот болты огонь, я думаю, времечко перезарядки надо качнуть. Да. И что там у нас по силе? Урон в рукопашку. 5000. Все, спасибо, электростул. Так, куда нам надо? Ну, к тебе, дорогая. Обещаю, когда я пройду всех, я тебя трахаю. Так, хотя... Не, оставайся врачом. Так, мы, в принципе, еще в той же главе, да? Но нам надо идти дальше. Так, а что тут? Интересно. Очень интересно.